Дорогая Вероничка, я тебя поздравляю с тем годом твоей жизни, с твоим первым важным событием, ну, конечно, после рождения. Ты родилась в чудесной волонтерской семье, которую я очень люблю и давно знаю. Я желаю тебе быть здоровой, красивой, любимой, счастливой, чтобы исполнились все твои желания, чтобы на твоем пути встречались только хорошие люди, чтобы ты всегда улыбалась, а не только когда будешь смотреть наше видео с поздравлениями. Я очень рада, что я тебя знаю, моя маленькая принцесса. Расти большой и светлой девочкой. Целую тебя, тетя Наташа. Аналитики сработают, да? Я не знаю. Дорогая Вероничка, от всей души желаю тебе, чтобы ты росла здоровенькой, счастливой, всегда родителям доставляла только радость, чтобы они радовались твоим только успехом, чтобы все у тебя было хорошо и все, что ты хотела, все получалось запросто. Будь благословенна, золотая девочка, пусть тебя любят все, тебя окружающие люди. Будь любимой. Слово для пожелания очень близким людям, фактически самим родителям для Вероники, ее духовным родителям, тем, которые будут о ней заботиться, которые будут о ней всегда думать, которые будут поддерживать родителей Вероники в воспитании этой милой девочки. Пожалуйста, крестная Света, крестный Андрей, скажите свои крестные пожелания нашей принцессе. У нас крестная. Да, крестная всегда с нами. Свет, Вероника, можно я сначала твоим родителям сделаю низкий поклон? Спасибо вам большое за такую дочку. Вот. Ну, мне хочется вам пожелать, чтобы вы вместе со мной, я вам буду помогать, чтобы вы поставили это наше любимое чудо на ноги, чтобы вы ее одаряли любовью, да, чтобы ты росла счастливой. Самой любимой девочкой. Конечно. Спасибо вам большое. Так и будет. С днем рождения. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что каждого сейчас переполняют такие же трепетные и волшебные эмоции, как и меня. И хочется дать слово тоже дорогим людям для Веронички, очень важным, очень главным в ее жизни. Это бабушкам и дедушке, чтобы они сказали напутственные слова этой годовалой принцессе. Да. Дедушка. Благодарю за радость. Дорогие гости, дорогие Саша, Света и, конечно, Вероничка. Я от всей души поздравляю, конечно, вас с таким событием. Стеснительным, да? Немножко радостным, немножко грустным. Потому что уже год прошел. Самый первый. Самое главное, чтобы следующие года приносили только радость. К сожалению, наша жизнь не так легка, как кажется. Но дай Бог, чтобы поменьше невзгод было и у моих детей, и у моей внучки. И чтобы им всегда сопутствовала удача в любой ситуации. Чтобы успех никогда не изменял вам. Радость и удача сопутствовала вас. Спасибо. Предлагаю. Успех этого всего мероприятия, чтобы...
побольше было светлых и хороших мероприятий, которые приносят радость. Ага, я буду сейчас. Смейте сами пушистым бабушкам, да? Милым, добрейшим, родненьким, которые сейчас скажут слова для Веронички. Можно, можно, конечно. Катерина, нужно, Катерина Сергеевна. Нужно. Но я хочу обратиться к своей самой любимой дочке, своему цветочку. Хочу сказать низкий поклон их родителям, что они принесли в наш дом, в нашу семью такое солнышко, такое счастье. Вероничка, я хочу, чтобы ты была здоровая, самая здоровенькая на свете. Чтобы твои глазки всегда светили счастьем. Чтобы в доме всегда не прекращался твой веселый смех. У тебя такое благородное имя, Вероника. Поэтому ты всегда должна побеждать в этой жизни. Иди с победой. А самое главное, купаться в любви и в душе всегда, чтобы у тебя было добро и любовь к людям. Пускай Господь раскрасит твою жизнь самые яркие краски в этом свете. Будь благословенна, мученька моя, я тебя очень люблю. Солнышко мое, и вас, мои хорошие. Спасибо. Спасибо. Так, давайте вторая бабушка скажет сразу, да, давайте песня, потому что бабушки уже ну а что мы, может, в конце нам до нас пока дойдет. Меня тоже. Смотри, кто тебя бабушка хочет поправить. Здоровья для вас. Всех люблю, как дедушка. Кстати, желаю вам всего доброго. Самое главное, я опустил в это само собой здоровье. Здоровье еще раз здоровье. Да если его не будет, то ничего и не нужно. Главное здоровье. Да, да. Вы вылезли, а там уже на все. Потом научимся кусать. Да, да. Лишь бы зубы. Наташа, у тебя уже есть двоюродные бабушки. Да, двоюродные. Двоюродные бабушки хотя бы сразу сказать или чуть попозже? Мы учитываем все пожелания. Хотите бабушки двоюродные? Все сразу. Давайте так, вот сразу все бабушки скажут. Да. Такой у нас бабушка Света. Да. Хочет сказать. Давай. Здоровой, красивой. А на данном этапе нам надо, чтобы зубы вылезли, да. А все остальное нам для детей это одно, а для стариков другое. Потому что вся семья болеет, зуб вылез, температура спала. Все в зубах. У нас, да, как это? Мы не пробовали. Ой, все пробовали. Вот, вот так. Спасибо, спокойно. Буль-буль? Видите, даже кто еще что не съел. Ну вот у нас такие молодцы тут, ребята. Даем слово дедушке Виталику? Да, хорошо, давайте. Вероника, дедушка гуляет, и дедушка нянчит. Я немного не о Веронике. Дай Бог ей здоровья и всего хорошего. Я вот хочу просто пожелать, чтобы Света воспитала Веронику так, как ее воспитала Катя. Чтобы она сделала из нее человека, из Светы. Хорошо? Буквы. И я хочу тоже пожелать Веронике, да, чтобы и Саше, чтобы они точно так же воспитали Веронику. Чтобы она тоже была хорошим человеком. Все. За ваше здоровье. Я хочу поздравить. Бабушка, это самое. Желаю Веронике счастья, здоровья, благополучия. Это в первую очередь. Желаю, чтобы
радовала успехами своих родителей. Желаю, чтобы родители до смерти своей, до старости, там, до 100 лет жили вместе и любили друг друга. Говорится, и любили дочь. В общем, дали ей все, что нужно дочери, а дочь, чтобы радовала успехами. Спасибо. Спасибо. Ну, дочке надо бы еще и сына. Да. Надо подумать, пожалуйста, надо еще вопрос. Хорошо сказала тетя Таня. Может, давайте так и продолжим. Каждый сейчас скажет пожелание, и у нас получится такой большой, красивый, очень пожелательный торт. Давайте вложим все свое тепло, все свою душу в эти слова, и каждый сейчас скажет по пожеланию. Поехали. Я желаю здоровья, здоровья и только здоровья. Все остальное прикладется. Совершенно. Спасибо. Здоровья побольше, знаний, мира, солнца. Ну и денег побольше, да. Пусть вот Вероничка, наверное, будет уже расти в мирной стране, стабильной. И вы, как родители, наверное, за это тоже должны хлопотать, да, и хлопочете. Вот, дай Бог здоровья. Спасибо. Расти. Расти большой на радость маме. С вами. Я потом гости, пожалуйста. Леночка, продолжай эту эстафету. Добрых слов и пожеланий. Я бы подходила. Ну, подойди, ну, давай. Я пас. Да, у нас не вызывает. Меня не вызывает. А мне хотелось пожелать, чтобы вот все, что вы вкладываете в Веронику, добро, там, всю свою энергию, там, средства свои, чтобы в будущем, можно сказать, оно окупилось, чтобы Вероника потом старалась для вас сделать что-то хорошее, полезное. Ну, да, то есть, не рановато, да. Сейчас пытаться стараться воспитать ее так, чтобы максимально, да. Спасибо, как я старалась. Спасибо. Была счастлива. Да. Продолжаем. Я подожду. Да. Спасибо, Леночка. Сегодня каждого из нас привела сюда какое-то чувство. Меня привела сюда любовь. Любовь к этой семье. Семье Ситник, к семье Багрич. Но больше всего, конечно, я люблю это чудо. Я даже не могу передать словами. Это просто. Это такое счастье, что она появилась в нашей жизни и моей тоже. Я хочу ей пожелать любви. Вот так как она отдает всем любовь. Вот я не знаю, но я не видела ни одного человека, которому она улыбается, чтобы они ответили ей в ответ. Вот она позитивна, она такая хорошая, она добрая. Ну я не знаю, это чудо, ребенок. Вероника, я хочу, чтобы ты все время была в любви. Ой, спасибо. Самое главное – это любовь. Любимая. Ой, Вероничка, спасибо. Спасибо, мама. Смотри, час. И на себе. На какие стороны? Можно пока маленькая пауза, маленькое пожелание от меня? И мне бы хотелось попросить гостей мне в этом немножечко помочь. Мы сейчас вместе с вами поставим слово Вероника. Вот, чтобы... Пожалуйста, можно вас попросить? Пожалуйста, это вам. Держите. Вы сейчас это все очень красиво. Пожалуйста, возьмите. Так.
Да, вот так вот. Заключающий. Да. Мы закончились. Тебе надо было сделать мягкий знак. Прости, пожалуйста. Это восклицательный. Да, я не сделала. И вот такое у меня пожелание для тебя, Вероника, веселый будь, как солнце лучи, естественной, как ветра дуновенье, радостной и самой лучшей, оптимисткой каждое мгновенье. Нежной и очень милой, искренней и доброй самой, красивой и, конечно же, любимой. Активной будь, как папа с мамой. Хорошее имя, папа у нас был. Папа инициатор имени. Папа инициатор имени, да? Да. А какие были варианты имени? Выбирали, конечно. Я победила. У нас был вариант Насти и Вероника. Спасибо за Спасибо. Там на улице просто нужно разбирать машины, там подобное, да? Вероника. Так, а вот эту штуку, по-моему, она снимает, да? А я не знаю. Можно? Надо много. Может, хлеб убрать? Да пусть кушает ребенок. Пускай кушает ребенок. Везде будут с хлебом носить, пока. Пап, забери. Да ладно. Забери, дай еще другое. Манюнька! Сделай много. Ой, смотри, какие же. Папа, какие же. Папа, все. Дай хлебушек. Зайчик. Нет. Самое интересное, она фотоаппарат улыбается сразу. Ой, как побежала, Вероника. А ну такой кукла, привет, мой сон! Ой, ушки не нравятся, подойди. Давай. Ой,
Слова, те обязательства, которые каждый гость, каждый родной, каждый близкий обещает выполнить перед Вероничкой. Давайте все сразу скажем, что мы обещаем сделать ее счастливой. Обещаем? Да. Обещаем. Ну а теперь, друзья мои, я буду проходить возле каждого, и вы вытягивайте и очень громко говорите, что вы обещаете делать для нашей Вероники. Говори. Обещаю, я буду учить ее читать и писать. Все, Вероника будет учить читать и писать. Это Лена. Я. Это я. Да. Вот, давайте перевернем. Александра Ивановна будет покупать подарки. Вот, все, подарками Вероника обеспечена. А что Андрей Владимирович будет? А ну, давайте. Учить правилам этикета. Учить правилам этикета, да. Держите, это ваше. Давай. Я буду приобщать ее к искусству. Приобщать к искусству, отлично. Вова, давай, дядя Вова. Приобщать к спорту. Приобщать к спорту будет Вова, хорошо. Учить стильно одеваться. Вот правильно, стильно одеваться, это необходимо. Что чем нам помогает? Вот это можно? Будем готовить учить. Чему вы научите Веронику? Я буду помогать советам. Я буду возить в садик и в школу. Я буду учить ее творить добро, как ее близкие. Это точно. Вероника улетела на шарик. Призы, подвезли. Я буду учить пользоваться косметикой. 100%. Если бы это папа вытянула, было бы веселее. Ну, понятное дело. Я буду помогать с уроками.
кому же еще, действительно. Так, что нам Елена Владимировна помогает? Я буду очень баловать. За все, за все, за все, за все, за все. Так, бабушка Катя, давайте. Нет, она нам А я буду регулярно водить в парк. 100%. Это точно, это 100%. Да. Так оставляйте, оставляйте. Вы забыли. Это вам, чтобы вы не забыли, друзья мои. Я буду учить ее разбираться в компьютере. Это точно, друзья. Я буду помогать делать красивые прически. Я буду помогать покупать квартиру. Сама ответственная разбудаться. Я буду всегда и во всем поддерживать. Спасибо. Это очень важно для Веронички. Но это самое более реальное. Я буду помогать зарабатывать миллионы и подбирать женихов. Посмотри на этого человека, Вероника. Я, конечно же, скажу. Я буду уважать любые ее решения. Вероничка, захочешь потом пирсинг или еще что-нибудь, я скажу, мама, поддерживаю. А все вытащили? Да, уже. А дедушка, которая с Вероникой? А, дедушка. А, ой, точно. Дедушка, мышь персональная. Конечно. Как туда надо сказать? Это надо, да, вот то сказать. Вот то, что там написано. А я думал сказать. И оставить себе на память, чтоб не забыли. Кукинка моя. Ну это нормально, я буду брать ее в свое путешествие. На рыбалку. А там рыбалки же не бывает. Ну что, Вероничка, запоминай. Потом спросишь со своих родных и близких об их обещаниях. Я думаю, что мы, главное, будем тебя любить, баловать. И исполнять твои желания и растить хорошим, добрым, светлым человечком. Спасибо. Спасибо всем. Обещаю. За нашу принцессу, которую мы будем любить и поддерживать.